Друзья, национальная государственная телерадиокомпания начинает прямую трансляцию с центра белорусской столицы. Через несколько минут здесь начнется праздничное шествие ветеранов, посвященное Великой Победе. Есть исторические события, над которыми не властно время. В их ряду Великое Отечественное занимает особое место. Каждое новое поколение переосмысливает героические страницы истории, воздает должное подвигу солдат войны. Сегодня, 9 мая 2014 года, Беларусь отмечает 69-ю годовщину Победы над фашизмом. День Победы – один из самых священных и почитаемых праздников в нашей стране. Такая победа есть не у каждого народа. Наши видеокамеры размещены по всему центру белорусской столицы. И мы с вами можем видеть, что сегодня на Минские улицы вышло огромное количество людей. Участников шествия и зрителей, минчан и гостей столицы, пожилых людей и молодежи. Поистине, праздник Победы объединяет все поколения белорусов силой патриотизма и любви к родине. Праздничное шествие по проспекту Независимости до площади Победы глубоко символично. Ну и как мы видим сейчас, к праздничной колонне направляется президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем. Он занимает место в первом ряду. Главу государства встретили высшее руководство страны и ветеранов. И вот праздничная колонна начинает свое движение. В парадном строю кортеж из 12 автомобилей УАЗ. Именно эти машины прочно ассоциируются с советским периодом. Завод в Ульяновске был построен в 41-м. Туда эвакуировали московские ЗИС. Машины на праздничном шествии в Минске впервые появились 7 лет назад. Учитывая преклонный возраст ветеранов, часть из них не сможет пройти и проедет весь путь до монумента на площади Победы. На самой площади колонну, кроме многочисленных гостей, ожидают однополчане, чтобы разделить радость великого праздника. Глава государства приветствует дети, вручает ему цветы. Это уже добрая традиция, которая сложилась за многие годы проведения в Минске. И шествия, и парадов, участие президента в этих мероприятиях. Разумеется, главные герои сегодняшнего праздника – это ветераны Великой Отечественной войны. И о многих из этих героев в рамках сегодняшней трансляции мы обязательно расскажем подробнее. Рядом с главными героями праздника, ветеранами Великой Отечественной, воины-интернационалисты, участники ветеранских организаций, в первых рядах и высшее руководство страны, как мы с вами уже могли видеть. В колонии представлены и все районы города Минска. Сегодня в Беларуси живут три героя Советского Союза, участника Великой Отечественной. Иван Данилович Лебедев в Гродно, Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин в столице. Это поистине легендарные люди, судьба каждого из которых достойна отдельной книги. В торжественном шествии принимает участие почти 10 тысяч человек.
По обе стороны проспекта Независимости коллективы художественной самодеятельности, представители детских и молодежных общественных организаций, жители и гости столицы, тысячи людей. Они приветствуют президента страны и участников праздничного шествия. Сейчас на проспекте Независимости главные для нашей страны воинские реликвии Великой Отечественной войны. Это штандарты 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов. Эти соединения принимали участие в знаменитой наступательной операции «Багратион». Рядом со знаменами победы государственный флаг нашей страны. А следом выстроились боевые знамена воинских частей, теснивших врага на полях сражений, и партизанских отрядов, которые героически противостояли врагу на оккупированной территории. Знамена несут солдаты роты почетного караула. Символично, что сегодня, в День Победы, стартует ключевое событие года гостеприимства – чемпионат мира по хоккею в Минске. Если бы не было той победы, не было бы этого спортивного праздника. Современные ледовые баталии на пределе человеческих сил – это не только спорт. Это битвы характеров, выдержки и силы воли. Чтобы выступить достойно, белорусским спортсменам потребуется не только мастерство и умение, но и примеры мужества, патриотизма и умения стоять до конца за честь своей родины. Хоккейный турнир открывает перед Беларусью новые блестящие перспективы. От такого праздника, от того, насколько комфортно и безопасно будет его гостям, во многом зависит имидж страны и ее будущее, как туристической жемчужины. Чемпионат мира – прекрасный шанс показать не только столицу, всю Беларусь – самой привлекательной страны. Наши традиции, гостеприимство, порядок и развитие, устремленность в будущее и трепетное отношение к прошлому. Впереди над колонной возвышаются государственный флаг Республики Беларусь, знамя победы и знамя, под которым шли в бой ветераны, государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. За ними несут штандарты с наименованиями фронтов и боевые знамена воинских частей и партизанских отрядов. Праздничная колонна приближается к площади Независимости. Это один из главных символов белорусской столицы. В первых рядах, рядом с главой государства и его младшим сыном Николаем, высшие должностные лица страны, ветераны. И, конечно же, молодежь, новое поколение, которое чтит традиции и подвиг о великом и память о великом подвиге своих дедов. За главой государства и шеренгой ветеранов следуют высшие должностные лица страны в праздничной колонне, глава правительства и члены Совета министров, руководители обеих палат национального собрания, представители судебной власти, руководство Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничного и следственного комитетов, других государственных органов. В канун Дня Победы венок от президента Беларуси был возложен к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. В торжественной церемонии приняли участие представители белорусского посольства в России, госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, исполнительный секретарь СНГ и другие должностные лица. Thank you.
проспекту Независимости проходит образцово-показательный оркестр Министерства обороны Республики Беларусь. Коллектив – постоянный участник парадов войск Минского гарнизона, праздничных шествий и других важных событий. Все желающие смогут бесплатно отправить письмо ветерану Великой Отечественной. Патриотическую акцию совместно проводят Белпочта и администрация Ленинского района столицы. Написать письмо со словами благодарности за мир и покой на родной земле конкретному ветерану, выбрав фамилию и адрес героя из предложенного списка, можно будет в Лоушицком парке. Письмо в конверте со специальным штемпелем сотрудники почты доставят ветеранам бесплатно. Ну и как же сегодня не рассказывать о главных героях этого праздника? В автоколонии мы можем увидеть ветерана войны Михаил Сергеевич Самонов. Легендарный защитник Москвы в самые тяжелые дни осенью, зимой 41-го. Тогда в 17 лет необстрелянный курсант оказался в настоящем аду. Со своим 102-м спецбатальоном он вмерзал в землю при минус 30, но выстоял. В батальоне уцелело всего 17 человек, а Михаил Сергеевич отморозил ноги. Затем герой битвы под Москвой был отобран в особый полк охраны штаба Западного фронта и представителей Ставки. Охранял в том числе и знаменитого маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Навсегда запомнил этого волевого и талантливого полководца. В автоколонии сегодня дорогу славы до Монумента Победы проезжают и легендарные фронтовики, герои Советского Союза Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин, а также полный кавалер Ордена Славы Виктор Дмитриевич Витошкин. В машине с символичным номером 1. Вместе с ними в автомобиле генерал-майор Александр Федорович Федоров. Александр Федорович – живая история огненной эпохи и послевоенного строительства вооруженных сил. С августа 42-го, с 19 лет, Александр Федорович участвовал в боях с фашистами под Сталинградом и на Курской дуге, при освобождении Украины, Беларуси и Восточной Пруссии. Лично уничтожил 12 фашистских танков, дважды горел, четырежды был ранен. Еще одно имя – военный врач, полковник медицинской службы в отставке Федор Иосифович Поливников, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, а также Маньчжурской операции 1945 года. Награжден 3 орденами Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны, многими медалями. Ветеран Великой Отечественной войны и вооруженных сил полковник в отставке Бронислав Викторович Карпенко. Войну начал в партизанском отряде в Червенско-Минской партизанской зоне, затем сражался в Восточной Пруссии. Кавалер 4 орденов, имеет 2 медали за боевые заслуги и медаль за взятие Кёнигсберга. Мы видим, что праздничная колонна и глава государства достигли площади Победы, этого символичного, очень важного для каждого из белорусов места. К площади Победы приближаются и автомобили, на которых едут ветераны. На трибунах, установленных на площади, их ожидают однополчане. Подножью обелиска лягут венки от высших должностных лиц страны. По традиции, первый венок монументу возлагает глава государства. Александр Лукашенко отдает дань памяти всем, кто ценой своей жизни принес свободу нашей стране. Сегодня у Монумента Победы будет много цветов, но венки от руководства страны – это символ. Символ верности выбранного пути и незыблемости исторической памяти белорусов.
белорусов. 309 солдат и офицеров за мужество и героизм были удостоены самого высокого звания – Героя Советского Союза. Дань памяти и уважения мужеству наших фронтовиков, низкий поклон от всего поколения детей, внуков и уже правнуков. Вслед за президентским к подножию памятника ложится венок от Совета министров, а также венок от депутатов обеих палат Национального собрания. Рядом венки от ветеранских организаций Беларуси, представителей судебной власти, конституционного и верховного судов. Венки возлагают солдаты Победы. Для ветеранов Великой Отечественной это особый ритуал, это память о погибших однополчанах, о товарищах, которые не вернулись с поля боя. Безусловно, сегодня каждый из нас испытывает особые чувства. Один из архитекторов этого монумента, монумента на площади Победы, Георгий Заборский, при его открытии признался, что памятник Победы он начал проектировать еще в 1942 году, так как очень верил в нашу победу. Очень символично, что рядом с венками, которые возлагают ветераны Великой Отечественной войны, лягут венки от нынешних защитников Отечества, силовых министерств и ведомств. Поклониться павшим героям пришли руководители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Следственного и Государственного пограничного комитетов, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Самым грандиозным военным столкновением в истории человечества. В ней участвовало 61 государство. Боевые действия велись на территории 40 стран. Вооруженные силы было мобилизовано 110 миллионов человек. Военные лишения охватили свыше 80% населения Земли. Погибло 55 миллионов человек. Беларусь потеряла каждого третьего. Отдать дань памяти победителям идут представители Минского городского и областного исполнительных комитетов, общественных организаций, Белорусский союз женщин, Федерации профсоюзов, Белорусского республиканского союза молодежи, президентского спортивного клуба. Для белорусов День Победы – это особый день. За годы сражений погиб каждый третий белорус. Было полностью разрушено более 200 городов. Война сравняла с землей и 9 тысяч сел и деревень. Более 600 деревень сожжены вместе со своими жителями. Вот почему мы не устаем повторять, что идеи независимости, суверенитета и свободы для нашей страны были и остаются священными. Белорусы знают, что такое война, и сегодня стоят на защите мира и выступают против любых военных конфликтов, терроризма и насилия.
Ложатся к Монументу Победы и венки от представителей дипломатического корпуса. Сюда, на Площадь Победы, прибыли послы и военные атташе стран, чьи посольства работают в Минске. Минск не только столица суверенного государства, но и столица Содружества независимых государств. В нашем городе находится штаб-квартира СНГ. Венок к Монументу Победы лег и от исполнительного комитета Содружества. Еще одна традиция белорусских торжеств – к подножию памятника венки возлагают глава Белорусской Православной Церкви, митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзархии Беларуси Павел и глава Римской католической церкви в Беларуси, митрополит Минском Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Сегодня я вспоминаю День Победы. Как не вспомнить дату начала войны, как это было? Летом 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В границы страны вторглась самая мощная, не знавшая до этого поражений армия гитлеровской Германии и ее сателлитов. Фашистские генералы отличались особой жестокостью. Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники, зарубежные гости, сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы. Для миллионов людей он стал вечным свидетельством доблести народов, одолевших величайшее мировое зло – фашизм. 69 лет отделяют нас от той весны, но память о Великой Отечественной войне – не меркнет. Она живет в каждом городе и деревне, передается из поколения в поколение, переходит от сердца к сердцу, связывая всех нас воедино живой нитью любви к Отечеству. Судьба человечества в те суровые годы решалась на территории России, Беларуси и Украины. Именно на Советско-Германском фронте вермахт потерял свои вооруженные силы и свое пресловутое оружие. Посягнув на границы Советского Союза, фашисты встретили ожесточеннейшее сопротивление и получили решительный отпор. Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. Никто и нигде в мире так самоотверженно не боролся с коричневой чумой. Именно здесь, на политой кровью советских людей земле, развернулся главный фронт. На оккупированных белорусских, российских, украинских землях с первых дней войны был открыт и подлинный второй фронт. Против фашистов поднялось более миллиона партизан. Великая народная армия, действия которой приобрели стратегическое значение и стали важным фактором разгрома врага. В советской стране, в труднейших условиях, усилиями простых тружеников тыла было достигнуто экономическое превосходство над агрессором. За годы войны выпущено в два раза больше боевой техники и вооружений, чем самой гитлеровской Германии. Но главным преимуществом СССР в борьбе против мощной и разрушительной военной машины Третьего рейха стала духовная стойкость нашего народа. Ущербной, человеконенавистнической идеологии нацизма Советский Союз противопоставил идеологию гуманизма и интернационализма. Плечом к плечу более 100 наций и народностей СССР встали на защиту общего Отечества. Великая победа досталась нашей республике страшной ценой. Мы потеряли, искалечили каждого третьего жителя нашей Родины. Советская Белоруссия внесла неоценимый вклад
в разгром врага. Она стала республикой, партизанкой. В строй народных мстителей встали около 500 000 человек. 88 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Героическое сопротивление народа фашизму, начавшееся в Брестской крепости, в боях под Гродно, Минском, Полоцком, Лепелем, Витебском, Борисовом, Могилевом и Гомелем, продолжалось до полного изгнания оккупантов. Вечная слава павшим в боях и погибшим от зверств фашистов. Благодарная Беларусь помнит вас и чтит ваш подвиг. Мы сделаем все, чтобы ваша великая жертва на алтарь Отечества не оказалась напрасной. Страшный огонь войны, разрушения и смерти больше никогда не должен вспыхнуть на белорусской земле. Предлагаю почтить память всех героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Дорогие друзья, нынешний 2014 год отмечен двумя знаковыми событиями в истории. В июле исполнится 70 лет со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, а в августе 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Эти памятные даты – повод для серьезных размышлений. Почему спустя всего 3 десятилетия после Первой мировой войны разгорелся новый всепланетарный пожар? Как могла в цивилизованной Европе зародиться и набрать силу пещерная идеология нацизма? Хватит ли у современной политической элиты разума и совести, чтобы не провоцировать новые разрушительные конфликты? К сожалению, сегодня некоторые политики предают забвению уроки истории, пытаются принизить роль советского народа в победе над фашизмом, потворствуют возрождению нацизма. В угоду политическим и геостратегическим амбициям осуществляется целенаправленная деятельность по дестабилизации политической обстановки суверенных государств. Подобные примеры мы наблюдаем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в других горячих точках планеты. Больно говорить о том, что одной из таких горячих точек стала близкая нам наша Украина. Над братской славянской страной спустились тучи гражданской войны, и брат поднял руку на брата. Чего бы ни стоило нам это, мы должны это остановить. Нас беспокоит и тот факт, что эти события используются как предлог для активизации государствами НАТО военной деятельности непосредственно у наших белорусских границ. Все это требует особой бдительности и сплоченности народа. Мы извлекли бесценные уроки из трагических событий 20 века. Мы знаем цену мира и согласия и будем неуклонно отстаивать свои идеалы. Наши вооруженные силы готовы в любую минуту отстоять суверенитет Беларуси, гражданский мир и согласие от посягательств извне и изнутри. Дело чести каждого гражданина – защита Отечества и повседневная забота о его укреплении. Уважаемые ветераны! Победа в мае 45-го – это ваш величайший вклад в спасение и развитие человеческой цивилизации,
в наше с вами общее мирное и настоящее, в будущее. Ваше поколение спасло страну, возродило ее, подняв из пепла и руин. Создало сильную промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и богатую культуру. Вы умели идти вперед и поддерживать друг друга, преодолевая все трудности. Не гнались за личным благополучием и достатком. Думали сначала о родине, а потом о себе. Ваше духовное наследие всегда будет для нас бесценной нравственной опорой. Дорогие соотечественники, мы, наследники великого народа-победителя, которому Европа обязана свободой и процветанием. И осознание этого служит источником нашей силы и уверенности в себе. В этот праздничный день хочу пожелать всем вам, вашим родным, вашим близким здоровья, успехов, счастья и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы! Государственный гимн Республики Беларусь исполняет оркестр Минской военной комендатуры. Завершается официальная часть празднования 69-й годовщины Великой Победы. В истории далеко не каждого народа такая победа есть. И есть такое народное единство на основе патриотизма и исторической памяти. Сам праздник, безусловно, продолжается. В эти минуты массовые торжества и народные гуляния проходят буквально по всей стране. Славный ратный подвиг героев Великой Отечественной будут отмечать во всех городах и селах Беларуси. Торжества продлятся до глубокого вечера. Торжественным маршем, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной, проходит рота почетного караула главной военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь. Сегодня будет праздновать целый день, и торжества продлятся до глубокого вечера. В 23 часа в Минске, Брестской крепости Герои, в областных центрах страны будет дан торжественный салют. В столице салют будет дан сразу из 6 позиций и продлится 10 минут. Всего из каждой точки будет дано по 30 залпов. Однако огонь будет вестись сразу из 3 установок, поэтому реальных залпов будет 90. Минчанных гостей города ждет уникальное красочное представление. Высота раскрытия составит от 200 до 500 метров. Букет из 80 различных наименований салютов разных цветов. Так что практически ни один залп не будет повторяться. С праздником! С Днем Победы, Беларусь!